Лето, парк, рок-н-ролл. Шесть брянских музыкальных групп, новички и настоящие профи. Авторские песни и нетленки, которые знает каждый. Впервые за 3 года фестиваль кавер-групп проходит под открытым небом. Каждый год меняются форматы. Начинали мы с развлекательного комплекса. Второй год это был ДК БМЗ. И в этом году мы решили попробовать вот такой некоторый уличный формат. Мы ожидаем более масштабного количества зрителей, сделать его таким всеобщим, вседоступным. Ну, и погода, слава богу, позволяет, все здорово. Публика к тебе довольно близко, и когда народ приезжает конкретно за музыкой, да, там, фестиваль, ну, что такое фестиваль? Люди едут слушать новую музыку, открывать для себя какие-то команды, и это приятно. Все, что было на пределе, за 2 убогие недели, мы изменить не захотели, и стали просто такие. Меняются места, песни и музыканты. Но кто станет открытием фестиваля, кого назвать лучшей кавер-группой и кто возьмет гран-при, все так же решает компетентное жюри. Все члены жюри – это музыканты с большим стажем работы, исполнительского, соответственно, плана, руководители многих коллективов, известных в городе. Соответственно, совещаемся, приходим к общему какому-то мнению, высказываем пожелания дальнейшим ребятам. Любая музыкальная движуха, так назовем сленгом, это хорошо, это продуктивно, это общение, это какое-то движение в городе, это хорошо. Ой, круто вообще, ребята молодцы. Я говорю, поют. Бомба. Лучше, чем на профессиональной эстраде. Не, серьезно. Очень нравится, класс. Мне нравится, все топ. Рок-тайм самый лучший тут. Приехали, но приятно удивлены. Такой организации. Машины не услышали. И приехали с Первобрянска сюда. Рекламу надо побольше делать по всему городу, чтобы знали все. А так замечательно. Замечательно очень. Все очень атмосферно. Сидим с друзьями, с девушками. Все классно, круто. Никогда такого в Брянске не было. Прекрасный, прекрасный фестиваль. Все очень креативно. Каждому советую поучаствовать. Красиво. Обязательно посетите площадку. Так интересно. И дети такие веселые. И катаются, и качаются. Прекрасный праздник. Концерт – часть большого ежегодного фестиваля добровольческих организаций «Живи в ресурсе». Здесь представлены различные направления добровольческой деятельности, представлены общественные организации, студенческие, волонтерские объединения, некоммерческие организации, приюты для бездомных животных и различные наши активисты, которые каждый день в течение года помогают людям, чтобы их жизнь стала намного лучше. Свою площадку ребята, наши участники представляют через интерактив, то есть человек может попробовать себя в той или иной сфере. Очень интересно, не ожидала, что будет так много народу, но это очень прикольно, объединяет, мне кажется. И еще плюс название «Живи в ресурсе», что очень сейчас, мне кажется, актуально в наше время. И реально в парке, ну, кипит жизнь, смотрите, много людей здесь и сидит, и смотрит, и слушает, и танцует, на газончиках люди отдыхают, там занимаются на разных площадках тематических, вот каждый будет. Дмитрий Газин, Анатолий Чекрыгин, Брянск.